ومن الشفعاء يوم القيامة الأبناء لآبائهم. И также заступниками в судный день будут дети за своих отцов, сыновья за своих отцов. كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده. Приходил к посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم один из сахабов со своим сыном. وكان رجل متعلقا بولده محبا له. И этот сахаба очень сильно любил своего сына. فلما فقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه, когда он уже перестал приходить к пророку صلى الله عليه وسلم, тогда спросил о нем пророку Мухаммад صلى الله عليه وسلم. Сказали сахабы то, что его сын умер. قال يا رسول الله مات ولده. فقال صلى الله عليه وسلم لأبيه. И пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم отцу этого мальчика сказал: أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك. Хочешь, чтобы в судный день ты пришел в любую дверь джанната, рая, и он будет, твой сын, тебя ждать? Факаля раджуль, я Расул Аллах, бала. Он сказал, посланник Аллаха, да, конечно, я хочу этого. Факаля, саллаллаху алейхи вассалям, фахада лак. Так оно и будет, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Вакаля сахаба, сахабы сказали, я Расул Аллах, аляху хасса, ам ли куллина. О, посланник Аллаха, это только для него или для нас всех? Каля, бал ли кулликум. Для вас всех, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. فالأبناء يشفعون لأبائهم رواه أحمد بروجت الحديث أحمد وكذلك الشفاعة يشفع الأبناء لأبائهم في رفع درجات الآباء في الجنة. И также когда дети будут делать заступничество за своих родителей, чтобы Аллах дал им, тем родителям, которые зайдут в рай, дал им еще более высшую степень в Джанна. فعند إمام الأحمد как приводится у имама Ахмада, قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنا لي هذه. То, что в судный день в джаннате, когда уже человек зайдет в джанна, и он будет видеть, как он будет подниматься на высшую степень джанната, и скажет: «О Аллах, откуда это? Откуда это у меня, что я поднимаюсь все выше и выше на степень джанна?» فيقال هذا باستغفار ولدك لك. Это то, что твой ребенок за тебя делает истихфар. أنت ميت, ты умер, لكن ولدك لم ينساك. А твой сын тебя не забыл. Бистихфарин лак. Он просил за тебя истихфар.